Диана Карабан, я художник-аматор. Сегодня хочу представить вам свою одну из любимых картин, одну из таких картин потоковых тоже для меня, про мечты и надежды, про яркий мир, про темное и светлое, про солнце и глубину в то же время. Для меня это как будто крылья ангела, который несется от солнца, от яркого, от света, от энергии, туда, в глубину, в жизнь. Несется на крыльях своих желаний, каких-то порывов, порывов мечты, и несется туда вниз, к земле, к людям, как бы напоминая нам о том, что как важно, ценно и для нас, естественно, мечтать, хотеть чего-то необычного, чего-то магического, непонятного. Вот об этом моя картина. Благодарю за внимание.